Новый год в костюмах с играми и танцами. Более 100 ветеранов собрал новогодний бал-маскарад в центре «Забота». Костюмированное шоу посетители «Заботы» устраивают ежегодно и таким образом подводят итоги года. Участниками праздничной программы стала и наша съемочная группа. Мы к карнавалу готовимся, наряжаем друг друга, помогаем. Обезьянка на этом вечере – самый популярный образ. Кто-то костюм шил, а вот Тамара Данилова символ года нарисовала красками, дополнив орнамент маской и мишурой. На праздник я пришла еще в 10 часов утра, и дома не бывала, я все здесь нахожусь. У нас был замечательный концерт, все просмотрели. Вот сейчас пришли гости на встречу Нового года, и у нас, я думаю, все сложится. Цыганки, Деды Морозы, Снегурочки и сказочные герои – фантазии ветеранам не занимать. Всего в зале более 100 человек. Игры, танцы и безудержное веселье. Сегодня в центре «Забота» новогодний бал-маскарад. Мы, с одной стороны, подводим итоги года. Сегодня объявлено несколько номинаций. Самые интересные, одни из самых ярких – это лучший образ, костюм предстоящего символа года – обезьяны. Лучший образ – костюм новогодней ели, оригинальная маска и образ сказочного героя. Но победа в конкурсе не главное, считают ветераны. На праздник они пришли веселиться и сказать уходящему году спасибо. Я хочу, чтобы праздники у всех было, кто сегодня здесь был, и целый год, чтобы они отдыхали и праздновали, чтобы они подольше прожили и прожили счастливо. А 2015-й «Забота» действительно прожила счастливо. Творческая деятельность центра расширилась, появились новые направления. Сейчас здесь около 70 различных кружков – спортивных, творческих, кулинарных. Ветераны активно участвовали и в таких городских проектах, как «Поколение ВКонтакте», «Цветущий город», «Дружные соседи» и многих других. Следующий год обещает быть не менее насыщенным. Мария Поздеева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.